Всем привет! В своей комнате Анютка устраивает вечеринку. Сейчас покажу, как это все у нее работает. Спасибо. Заходите. Ань, можно принести свой дискошар? Можно, давай. Здравствуйте. Твой дискошар. Можно мне к вам на вечеринку? Ладно. Аня, где еще розетка? Ребята, здесь устроили вечеринку. Вот это. Аня всех пускает через стук. Вы танцевать будете? Да, у нас вечеринка. Мы любим устраивать вечеринку. У вас так красиво здесь. Что, здорово. Второй дискошар? Ой. Еще один дискошар? Да. Заходите! Это... Привет! О, здравствуйте! Это мы по приглашению? Да, по давай, приглашению. Да, они вот туда, давай. А какая песня? Теперь у них два дискошара. Нет, нет. Посмотрите, вообще посмотрите. Так красиво. Нет, Аня, сейчас. Так, это будет светить туда. Давай. Аня! Сейчас, Паша, я на своем ключу. Да. Вообще сказочно просто. Ребята, сказочно. Это не знаю. Всем сюда можно. И маленьким тоже. Смотри, вот его лицо. Какое лицо у меня должно быть. Тебе нравится? Аккуратненько. Давайте пугая. Часто дискотека перерастает в эту комнату. Наша вечеринка плавно превратилась в кинотеатр. Мы включили мультик «Три кота», «Сборник». И эти двое маленьких ребят смотрят мультики.